Доброго времени суток всем! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы поговорим на тему первого знакомства с минералом. И не просто первого знакомства, а поднимем такой вопрос, как минерал включить, настроить, услышать и вообще, что же с ним сделать для того, чтобы он работал с вами, да, чтобы он включился. Первое, что хочу сказать, что ваша работа с минералами начинается уже в тот момент, когда вы его выбираете. Неважно, где вы выбираете, на улице, в магазине, в интернет-магазине, где-то в какой-то группе. Тогда уже будет первый отклик, вы как-то на него посмотрите, и вы поймете, что он ваш. Даже если вы не сразу обратите на это внимание, это и будет первая связь, первый контакт с вашим минералом. Далее, что я рекомендую, не покупать слишком маленьких образцов и не покупать слишком огромных образцов. Да, лучше всего, чтобы это были минералы 3-5 сантиметров. Я рекомендую также покупать для первой встречи, для первого знакомства минералы необработанные, либо чтобы это были минералы природной огранки, а не ручной. Почему? Потому что у таких минералов действительно лучше всего ощущаются энергии, да, лучше всего их просмотреть, ощутить и наладить с ними контакт. Они более легкие в общении и проще идут на контакт с вами. Также хочу обратить ваше внимание на сами минералы, которые вы будете покупать. Старайтесь выбирать минералы, которые несут в себе легкие положительные энергии. Здесь у меня как раз представлены одни из таких, это не все, но как бы вот я рекомендую для первого знакомства, чтобы это был хрусталь, могут быть и кристаллы. Вот здесь у меня представлены кристаллы природной огранки, не магазинной никакой. Могу показать ближе, очень красиво. Вот это кристаллы природной огранки хрусталя из Бразилии. Живые, приживые. Кроме кристаллов, это могут быть и друзочки хрусталя. Дальше для первого знакомства могут быть кальциты. Кальциты разных цветов. Кальцит – это минерал добрых и приятных энергий. Это хорошее настроение, это позитив. При первой работе с ними вам будет комфортно, интересно и положительно, я бы сказала. Так, здесь у меня еще голубой кальцит, синий и голубой. Также здесь представлена еще жода хрусталя, тоже очень хороший инструмент для первого знакомства. Она не просто откликнется, она еще и выровняет ваше поле. Ну, здесь еще есть плисовый малахит и таухтопас светлый. Тоже рекомендую их для первого знакомства. Еще такой момент насчет выбора первого минерала. Обязательно, чтобы это был лично ваш отклик, чтобы вам этот минерал понравился. Да, можете называть это по-разному. Кто-то говорит, он мне улыбнулся, там, кто-то говорит, что я его прочувствовал, это 100% мой. Вот найдите такой минерал, который вам улыбнется, который точно ваш. Здесь важно, чтобы состоялся именно вот контакт между вами и минералом. Следующий момент – это момент чистки. Купили вы минералы и принесли их домой, минерал нужно почистить. Особенно если это было куплено в магазине, где этот минерал перетрогало 10 тысяч человек. Значит, мы переносим его домой и чистим. Сама по себе чистка – это тоже взаимодействие и знакомство с минералом, налаживание контакта. Я рекомендую чистить минералы, опять же, либо с помощью соли, либо с помощью воды. Как чистить минералы с помощью соли, есть у меня на канале, смотрите видео. После того, как ваши минералы уже чистые, начинается самый интересный, самый важный этап, этап знакомства с ними. Что я рекомендую? Что я рекомендую сделать для знакомства и для налаживания контакта с минералом? Найдите для своего знакомства 15-30 минут времени свободного. Найдите тихое место. Уделите себе эти 15-20-30 минут времени для знакомства с минералом. Обязательно должна гореть свеча. Свеча – это маленький живой огонь.
В идеале свеча должна быть натуральной, восковой, без разницы какой, маленькой или большой. Пускай это будет та свеча, которая вам нравится, но восковая. Зажгите эту свечу. Рядом со свечой положите минералы или минерал, который вы купили. Если вы только знакомитесь с минералами, начните все-таки с одного. Положите этот один минерал возле свечи, посидите, можете включить приятную музыку, посидите и просто посмотрите на этот минерал и на огонь. Посидите в тишине, побудьте один на один с этим минералом. Постарайтесь ни о чем не думать, кроме того, что перед вами лежит вот этот вот минерал. Давайте для примера я возьму, например, кальцит, оранжевый кальцит. Через какое-то время возьмите его в руку, посидите с ним в руке, подержите его в руке, прочувствуйте его, попытайтесь настроиться на него. У каждого этот процесс будет свой, налаживание контакта с минералами. Нет какого-то общего рецепта для того, чтобы найти этот контакт. Вы почувствуете, когда он вам ответит, услышит вас, или когда он вам откликнется, да, вы почувствуете, для чего он вам. Посидите вот так вот с минералом 15-30 минут, для первого раза вполне достаточно. Дальше оставьте этот минерал возле свечи. Пускай свеча догорит полностью, а минерал пускай там и полежит. Конечно, хорошо, если у вас есть отдельно отведенное место для минералов, такой себе их дом, в котором им хорошо. Можете украсить это место природными материалами, пускай это будет там дерево, глина или еще что-то, какие-то деревянные тарелки, глиняные тарелки, натуральные. Вот. Оставьте минерал там на какое-то время. И на следующий день уже, когда вы придете и возьмете его в руку, вы почувствуете, что он уже совершенно другой, он действительно ваш. Вот, в принципе, и все моменты, которые я хотела вам рассказать. На сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно услышать эту информацию о том, что у вас вышло, получилось и как налаживаются контакты с минералами. Можете писать в комментариях. Там же можете задавать вопросы.